единым фронтом по Ивановскому бездорожью. В среду вместо того, чтобы вместе со всей страной отдыхать, активисты федерального проекта дорожной инспекции ОНФ приехали в наш город. Наш проект «Дорожная инспекция. Оценим качество дорог» создавался на Народном фронте для того, чтобы проконтролировать исполнение указа президента об удвоении объема строительства и ремонта дорог к 2022 году. Поэтому мы двигаемся по регионам, сейчас находимся в 57-м регионе нашего пути, оценивая качество дорог. Прежде всего, мы оценим состояние гарантийных дорог, те, которые были отремонтированы в ближайшие 4-5 лет, чтобы определить, в каком состоянии находятся, как работают дорожники и как органы власти с ними взаимодействуют. Бюджетные деньги платятся не только за асфальтирование, но и за содержание. На каждый новый участок дают гарантию, как правило, от 5 лет. Если дорога, у которой еще не истек срок гарантии, имеет дефекты, устранять их должен подрядчик. Бесплатно. А если этого не происходит, и ямы растут, значит, виноват заказчик, который не контролирует исполнение дорожниками обязательств. Ситуацию с такими дорогами мониторят участники федерального проекта. Та экономическая ситуация, в которой мы находимся, она не позволяет нам ремонтировать одни и те же дороги дважды, поэтому очень важно, чтобы те дороги, которые отремонтировались за деньги и дорожных фондов, были в исключительно хорошем состоянии. Также мы оценим безопасность вблизи школ и доступность медицинских учреждений. В инспекционной группе 5 человек, все специалисты в дорожной сфере. В Иванове у фронтовиков насыщенная программа. Есть на что посмотреть в плане гарантийных, но аварийных дорог. Первая в списке — улица Вележская. Согласно информации ревизоров, ее капитально ремонтировали в 2011-м. Гарантия до 2016-го. Судя по ямам и осыпающейся обочине, в течение 4 лет здесь не ступала нога дорожника. Данная улица гарантийная. Здесь мы заметили занижение обочины. Занижение составило 12 сантиметров вместо максимально допустимых 4 по ГОСТу 50-97-93. Данный эффект должен быть устранен в течение 14 дней за счет подрядчика. Просадка люков – еще один серьезный недочет. Мы нашли между домами 12 и 14 просадку люка. Она составила 6 сантиметров вместо максимально допустимых 2. Данный дефект должен быть устранен за счет подрядчика в течение суток после обнаружения. Вердикт инспекции за Вележской не следят. И вскоре ей опять потребуется ремонт. И вновь за бюджетные средства. Следующий пункт назначения – улица Некрасова. Ям здесь нет, но есть проблема серьезней. Колейность, запущенная настолько, что началось разрушение верхнего слоя асфальтового покрытия. Здесь время должно быть максимум 3. Такая ситуация грозит не только нерациональным расходованием средств дорожного фонда, но и аварийными ситуациями на данном участке. Тоже недосмотр баланса держателя. Еще одна точка – 7-я городская поликлиника. Здесь участники федерального проекта проверили на соответствие нормам пандус для маломобильных групп. При высоте, которую надо преодолеть по ступенькам, 50 сантиметров, длина пандуса должна быть 5 метров. Сейчас мы замерили, получается 2 метра, то есть 3 метров пандуса нет. Ну, по нему сложно даже пешком зайти, не то что заезжать на инвалидной коляске или просто пожилому человеку. Поэтому эта конструкция просто бесполезная, на нее потрачены деньги, она здесь установлена. Какой от нее смысл, непонятно. Ну, может кататься зимой на санках. Все выявленные недочеты будут отражены в итоговом отчете участников проекта. Его направят как в наши местные органы власти, так и на самый высший уровень – президенту. А следить за работой над ошибками ивановских чиновников и дорожников будут представители местного отделения Народного фронта. За этим надо следить, потому что в этом есть комфорт жителей города Иваново. И в это вкладываются деньги налогоплательщиков. Это наши с вами деньги. И почему они тратятся не по назначению или тратятся неэффективно? Вот это первая задача Народного фронта – с этим бороться. Не смогли участники Всероссийской инспекции не пустить в ход еще один инструмент проверки. Этот деревянный брус они прозвали «колобашечка». С ее помощью активисты показывают, насколько яма превышает допустимые ГОСТом размеры. Она сделана строго по нормативным требованиям ГОСТа. Это предельно допустимые размеры ямы – 60-15 на 5. И на фотографии видно, если она проваливается в яму, то такая яма не является нормативной. Берем колобашку, видим яму и кладем ее. Вот мы положили в яму, видно, что она провалилась. Яма эта, очевидно, что ненормативная.
Испытания колобашкой ивановские дороги не прошли. Теперь дело за нашими чиновниками. Как показала проверка, за гарантийными дорогами они следят из рук вон плохо. Но, возможно, им удастся хотя бы работа над ошибками. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.